Министр внутренних дел Дарин Речан попал вчера вечером в ДТП. Авария произошла недалеко от села Трефешть Резинского района. По предварительным данным, автомобиль, за рулем которого находился сам чиновник, перевернулся после того, как лопнула шина. Скорость движения составляла 65 км в час. В автомобиле вместе с Дарином Речаном находился и вице-министр внутренних дел Вячеслав Чобану, бывший глава департамента пенитенциарных учреждений. К счастью, никто из них не пострадал. Министр и вице-министр ехали обратно после рабочей встречи с руководителями районных подразделений МВД. Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано инспекторатом полиции Резинского района. Как того требует процедура, глава МВД прошел тест на содержание алкоголя, в результате которого употребление спиртного выявлено не было.